Каждый год в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Приуроченный к этому дню в Ульяновске прошел форум под громким названием «ЖКХ меняется». Мероприятие посетил губернатор Сергей Морозов. В своей приветственной речи он отметил, что цель ЖКХ – сделать жизнь граждан по-настоящему комфортной, радостной и безопасной. Именно этого мы ждем, в том числе и от сегодняшнего форума. Ждем, что те проблемы и вопросы, которые в его рамках будут заявлены и будут обсуждаться не в качестве дежурных, не для галочки, а заставят нас по-настоящему подсказать нам всем, и себе в том числе, что мы должны сделать в ближайшее время, чтобы действительно жить в комфортном, радостном и безопасном регионе. На форуме были озвучены ключевые и самые проблемные вопросы ЖКХ. Эксперты обсудили слабые и сильные стороны отрасли, волнующие население. Закончилось мероприятие торжественным награждением. Отличившимся в 2016 году сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства вручили благодарственные письма и грамоты. У нас традиционно работники ЖКХ, как правило, слышат свой адрес больше негатива, нежели похвал. Поэтому для того, чтобы люди эффективно работали, несомненно, их нужно поощрять, награждать, уделять внимание. Почему? Потому что именно от этих работников зависит наше с вами настроение. Значит, зависит те условия, в которых мы проживаем. В конце концов, от их работы зависит благополучие граждан Ульяновской области. Остается надеяться, что в скором времени все задуманные проекты в сфере ЖКХ будут реализованы, а наше население с полной уверенностью сможет сказать: ЖКХ поменялось. Кристина Жако, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.